Мы успешно завершили проект Южногазового коридора, в котором участвует наш основной стратегический партнер BP. Завершением в декабре 2020 года строительства Южногазового коридора открываются новые возможности сотрудничества, и Азербайджан надеется, что BP откроет новые источники на эксплуатируемых месторождениях. Как передает канал 13, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая во вторник в Баку госминистра Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон. Энергетическая сфера является важной составляющей нашего партнерства. Инвестиции, вложенные в Великобританию и в Азербайджан, помогли нам модернизировать страну. Можно сказать, что большая часть этих инвестиций была направлена в энергетический сектор и составила 30 миллиардов долларов, отметил президент. По его словам, эти инвестиции позволили Азербайджану использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому я уверен, что основным направлением, на котором мы сосредоточимся в ближайшие годы, будет развитие ненефтяного сектора Азербайджана, сказал глава государства. Алиев также указал, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 600 компаний с британским капиталом. Это действительно хороший потенциал для диверсификации нашего экономического партнерства. У нас есть большой потенциал для восстановления на освобожденных территориях. Мы уже установили контакты с британскими компаниями. Одна из них занимается градостроительством и развитием инфраструктуры на освобожденных территориях. И я надеюсь, что число британских компаний, работающих на освобожденных территориях, будет расти, потому что там нужно еще многое сделать, подчеркнул президент. Алиев также отметил большой потенциал сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. На освобожденных территориях имеется большой потенциал в сфере возобновляемой энергии. Я знаю, что британские компании проявляют интерес. Там большой потенциал солнечной, ветряной и водной энергии. Я уже объявила эти территории зеленой зоной, и там будет использоваться энергия ветра, солнца и воды, отметил Алиев. В свою очередь, британский министр, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества по многим направлениям, выразил уверенность, что эти связи будут только расширяться.